Сегодня 22 августа, Гродно. Я приехал из Островца на митинг, который посвящен тому, что мы за Беларусь, за мирную Беларусь. Поэтому прошу всех, у меня много учеников, я учитель. Ребята, одумайтесь, мы должны жить в мирной, счастливой стране. Нам не нужны войны, нам не нужна разруха. Мы за мир и призываю вас всех к этому. Сегодня я приехала поддержать свою родину, поддержать будущее своих детей. За нас, за белорусов и за все хорошее в нашей жизни. За Беларусь! За Беларусь! Мирный у нас народ!